Что здесь? Двери, которые... Эти двери. Алло. Добрый день. Добрый день. Это Ян? Да. Скажите, пожалуйста, а как ваша фамилия? Это с админ практики звонят, патрульной полиции. Как? Матыщак. Ага. Получили мониторинг разобраться в вашем ДТП. Ага. А вы можете кратко так рассказать, что там случилось? Ой, вкратце, сейчас. Одну минутку. Получается, 14 числа переходил дорогу. С двумя детьми. Получается, ну, ступил на зебру, машины начали уступать на дорогу. Прошел полпути, и потом прошел полпутя. И вторая часть дороги, машина поворачивала со скоростепенно и выворачивала на эту основную, ну, на Кассиора. Тоже начала притормаживать. Я же начал проходить дорогу с ребенком одним, а один был возле меня на самокате. И получается, за той машины выскочил мотоциклист. Уже начал тормозить буквально там, ну, за пару метров. И зацепил ребенка правой стороной. Ну, сбил его, получается. Сам упал, а мотоцикл, получается, на ребенка. Правой стороной чего зацепил? Ребенка зацепил. Он, получается, когда ехал, он колесо вывернул, чтобы не колесом его сбить, бы было, ну, хуже. А он, получается, колесо вывернул влево, и, получается, правой стороной его, ну, сбивает ребенка. А куда мотоциклист упал? В какую сторону? Ой, получается, он упал на ребенка. На правую сторону или на левую он упал? Получается, на правую, на правую. Я его снимал с водителем на транспортного средства. Мотоцикл этот, ну, убирал. Mm-hmm. Ну, говорится, что получается машина как бы его чуть-чуть сбила с толку, то, что она выехала, он отвлекся. И, короче, а кто это говорит? Кто это говорит? Водитель. Это он кому говорил? Ну, это мы с ним общались. А. Ну и так. Когда это созваниваемся с ним, то он, ну, такой говорит, что он как бы и виноват, и не виноват. А что с ребенком на данный момент сейчас? На данный момент проходим лечение. Ну, были, получается, таких травм у него серьезных нету, переломов, ушибов нету, именно ссадины. Ну, были у невролога, проходим сейчас лечение. Ну, чтобы избежать дальнейших там каких-то осложнений, там, эпилепсии и тому подобное. Он эпилепсик, ребенок? Нет, но это доктор нам говорит, как бы, чтобы избежать. Какой доктор? Как этого доктора? Его специальность? Невролог. А невролог это какой? Коммунальной больницы или частной? Не-не-не, частной мы были. Ну, коммунальной мы не смогли записаться, потому там отпуска, записи, как бы, ну. А скажите, мне нужен ваш адрес. Кассиора 86-13. Скажите, вы сейчас работаете или временно не работаете? Как бы работаю, но 2/3 сейчас пока есть. Ну, нам надо уточнить, а где вы числитесь на работе? Ну, на Нарселоре. А, понятно. Ну, да, ну, как бы мы работаем, не работаем, как бы как-то. Ясненько. Так, скажите, а вот они там что-то пишут в карточку, не пишут карточку, этот доктор? Да нет, ну мы, получается, были участники, когда он просто нам распечатку сделал, и там все именно расписал, именно само лечение. А где этот доктор находится? Какая это клиника? Сейчас, подождите. Это
кабинет, больше как кабинет, как есть специалисты, которые, как бы, он работает в одном месте, но он еще подрабатывает, типа, ну, в разных кабинетах. Сейчас вам скажу. А вы, хорошо, да, да, говорите, а где этот адрес? Консультация. Так, вам надо именно адрес, где мы это проходили? Да, или... куда вы обращались? Сейчас, одну секунду, мне просто в блокноте записан. Сейчас, подождите. А вы хотите с этим доктором поговорить? Нет, это если мы вас будем вызывать, чтобы мы понимали. Ага. Я понял. Юрия Каменевского или Калишевского, вот я не помню, это на Сузгороде, там, напротив Фокстрота. Скажите, вы со следователем связывались? Со следователем? Нет, он нам не перезванивал. А вы ему звонили? Мне никто телефон не даст, это же конфиденциальная информация. Я сегодня был в Центральном городском районе, общался с Мушек Вячеслав Васильевич. Кто это такой? Кто это такой? Это начальник. Там начальник, который, ну, вот эти, я так понял, он самый главный. Он сказал, что как бы этим занимается сейчас, ну, их нет, полиция патрульная. Как бы уголовное дело по факту возбуждено. Сказал, скорее всего, что не будет именно. Ну, так как у нас ссадины, ушибы, не переломы, как бы, это ж не... Если средней тяжести, возбуждается уголовное дело. У нас получается, как бы, ну, такие легкие телесные. А вы связывались с этим водителем мотоцикла? Да, 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 я сегодня с ним общался. И что он вам говорит? Какие вот действия его и вы? Что вы будете приходить, к мировой, или будете что-то, что вы будете делать? Ну, я не знаю, как бы, ну, по поводу лечения, я у него спрашивал, то он сказал, что он, как бы, ну, может компенсировать, как бы, часть, ну, небольшую часть. И по поводу, там, компенсации, там, моральной, там, физической, как бы, ну, как бы, я так понял, нет у него возможности. Ну, так как он мне говорит, с его слов. Чисто те затраты, которые я там понес, сейчас на лекарства купил ребенку, там, такси, ну, чтобы его привезти из поликлиники, ну, и прием дома. А сколько вы потратили денег, на какую сумму? Ну, приблизительно там, ну, чуть больше тысячи, где-то так, ну, плюс-минус. Угу. Это так, навскидку просто. Так. А так я был, то сказали, что, ну, как бы, это так как уголовной ответственности как бы не будет, это может быть административка, штрафы и тому подобное. Там 850 и лишение водительских прав. Угу. Понятно. А что вы хотите от полиции? И что вы хотите от потерпевшего? Как дальше действовать нужно? Вы у юриста были, консультировались, давали вам какие-то, может, там? Давали, давали. Вы ходили к юристу, что он вам предложил, что он вам говорил? Ну, он сказал подумать как-то, будем ли мы что-то такое предпринимать. Ну, какие-то действия. Ну тогда нужно же вам с ним, наверное, договор заключать с юристом. Наверное, да. Это там недалеко, наверное, автовокзал, да, юристы эти, адвокаты? А, стесняюсь спросить, еще раз представьтесь, вот так как-то, кто вы, что, звание? Админпрактика, мониторинг. Волгоградская, 11, патрульная полиция. Составляем, собираем информацию. Свидетели. У вас свидетели на данный момент есть сейчас какие-то? У нас свидетели, ну, были свидетели, но как бы они все потом ушли.
А как? Ну, надо же было ж хоть телефоны взять, наверное. Или вы растерялись, а не успели? Чтобы можно было их опросить. Так как бы, ну, я не знаю, там полиция была, ну, как-то я растерялся, и они... Ну, это были всего лишь патрульные полицейские. А что, они вам же, может, они вам что, предлагали что-то, или, может, они записали? У вас какой-то такой голос знакомый, как бы. Не вы случайно с камерой бегали там, не? Какой камерой? Ну, с обычной камерой, пресса и тому подобное. Нет? Нет, я такого не знаю, который там бегает. Очень детей, глаза добрые. Нет, так вы, наш, вы, у вас есть свидетели или их нету? Ну, это конфиденциальная информация. Угу. Просто мне так кажется, что это вы. Ну, сейчас очень много кому что кажется. Да? Да. Ну, вы знаете, у меня память хорошая. У вас память хорошая? Да, да, да. Мне что-то кажется, что это вы. Ну, дело в том, что мы нашли свидетелей. Если у вас хорошая память, тогда мы нашли свидетелей. О, это и хорошо. Сопоставили все, что это было. И у нас есть видео, снятое видео с автомобиля, как все произошло. Вы меня услышали? Вам это может нужно показать? Мы вас пригласим. Так приглашайте, Господи. Ну, я ж только знаю. Причем тут Бог. Хорошо, мы вас по повестке вызовем. Спасибо вам большое, до свидания. Ага, до свидания. Здравствуйте, Украина, город Кровенок. Это разговоры были. А как иначе колоть их, если не гонят беса? Приходится любыми способами. Так работает разведка, не мусарня, мусора. Ну что ж, ну вот вы слышали, как он говорил, что он переходил и ударил ребенка мотоцикл. А теперь давайте мы посчитаем. На пальцах, можем на сантиметрах посчитать, следаки, мусора там патрульные. Я вам сейчас расскажу, как это он мог ударить ребенка мотоциклом, а папашу не зацепить. А ну подскажите мне, мотоцикл сколько метров, если ребенок был возле него? Как это он ребенка ударил, а папа целенький? Потому что ребенок возле него не был. Если бы он ударил ребенка, то он ударил бы и тех двоих. Вы свидетеля услышите. Так вот он, вы слышали, что он бегал в Центрально-городском районе, назвал фамилию Мушин чи Муршин Вячеслав Васильевич. Это начальник главный, он там говорит, он даже не знает. Разговаривал он с Виктором насчет морального ущерба. Вы поняли? Моральный ущерб. И пошел он в частную больницу. Он думал, что частники там понаписывают ему. Но вы не забывайте, что эти частники, они в коммунальных больницах работают. А в коммуналку он не пошел. Потому что у него есть ответ от коммуналки, что ребенок целый. И все нормально, все хорошо. Если бы с ребенком что-то случилось, он бы пошел на МСЭК. Подтвердить все эти, что там. Но он же отказался в письменном виде. Он думал, что кто-то что-то там допишет. Они же не дописали, они витаминки выписали. Витаминки могут любому выписывать. Но это хорошо, что ребенку витаминки, что ребенок целый, да. Но виноватый во всем это батя, папаша этот. Села, ингулец. Вот это сколько я вам говорил, что селюки всегда в городе делают бардак. Это быдло. Селюки. Поняли? Необразованные селюки. А те, которые села образованные, то к ним претензий нету. Поняли разницу?
Так вот, он почувствовал с ракой, что это я. Она у него зажим тела. И вы потом услышите, как он Виктору говорил, кто я такой, что я жид. Это ты, жидяра, тупорылая, голова твоя. Он даже ходил до адвокатов, вы слышали? А тот ему сказал, хотите, несите деньги, доказы и все, что есть. Смотрите продолжение. Очень еще долго это будет идти. Как воровали, как мусора на этом наживались. Продолжение. Здрасте. Что трапилось? Вы вызывали, да? Свидетели вызывали. Я вызывал. Получается, мы переходили дорогу с ребенком. Ребенок. Одного я вез. Другой был на самокате буквально метр от меня. Угу. Машина... А как это так получилось, что твои дети на самокатах ездят? Без твоего присмотра? А меня там не было. Тебя там не было? Нет, они сами катались. Сами катались? Конечно, сами. Вы чуете, что это же? Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.